Для поступления к нам в СРЦ на островок необходимы следующие документы. Это свидетельство о рождении на ребенка с СНИЛСы, которые страховые у нас пенсионные карточки, и также паспорт мамы или законного представителя. Дальнейшая процедура у нас происходит в течение 5 рабочих дней. Заявление направляется в министерство. После этого приходит решение о признании нуждающимся ребенка. После этого у нас последует медицинская комиссия, где мама с ребенком проходит комиссию. И в дальнейшем при поступлении нам необходимы еще следующие документы. Это свидетельство о рождении ребенка, паспорт мамы, СНИЛС на ребенка, медицинский полис на ребенка, также справка с места жительства и ИНН.